Yamaha FJR Litre 300 2010 года с пробегом 30, с пробегом, ну, скажем так, 40 тысяч. У него получается 3 ключа, один сервис, 2 обычных и один ключик от центрального заднего кофра. Здесь есть такое крепление под какой-либо гаджет, это навигатор, телефон и так далее. Какие-то японцы ставили такие хомутики интересные. Полная кофровая система, состоящая из 3, 2 боковых, 1 центральный. Задняя резина, вообще отличное состояние, как новая. Тормозной диск практически без выработки. Остаток колодок процентов 40 есть. Стоят слайдера. Цвет, конечно, очень красивый. Перед тоже как новенькая. Еще технические резиночки торчат. Тормозные диски передние также практически без выработки. Остаток колодок процентов 30-40 есть. Вилка. Так не видно, конечно, будет, но сухая, чистая. Никаких потеков там, ничего нет. Ну, пыльнички, как обычно, потресканные. Мотоцикл у нас на АБС-ке. С этой стороны на глушителе есть замечания. Такие вот царапинки и небольшие прям вмятинки здесь. И вот здесь. Нам его немного покоцали, кофры в порту, поэтому с этой стороны отсутствует логотип Yamaha. Такая должна быть резиновая наклеечка. Аккумулятор под замену, поэтому прикуриваем. Установлен также есть родной обогрев рук. Работает исправно, греет достаточно быстро. То есть уже все время, которое он работал, они уже начали нагреваться. Довольно неплохо.